Всем привет! Это железные кони Латгалии. Ну, как я и говорил, будем заниматься колесом Т-40 спущенным. Я, конечно, забыл заснять разборку колеса. Мы его скинули уже. Уже заклеил я камеру. Сейчас покажу. Были нюансы при разборке. Я оборвал ниппель. Пришлось его переклеивать. Была вот тут дырка. Заклеили мы ее. Здесь были трещинки глубокие. Я наложил маленькую лапинку, чтобы в дальнейшем она там не пропускала бы. Вот, ну сейчас буду пробовать один вставлять ее. Сейчас спустим ее сразу же. Давайте спустим. Потому что помочь мне некому. Папа не хочет на камеру сниматься. Отец не хочет на камеру сниматься. А я хочу это все дело заснять на камеру, если, конечно, получится. Вот. Сейчас спущу камеру. И попробую один ее вставить и забортировать. Под крышку мы там внутри все вычистили, вымели. Вот. Я колесо не стал с трактора снимать, решил на нем сразу все это дело сделать. Будем сейчас пробовать. Сейчас доспускаем камеру. Устанавливаю видеокамеру. Сейчас так. Ну вот. По сути, правильнее всего ее сейчас немножко подкачать, камеру подкачать, чтобы она расправилась ровненько, потом спустить и забортировать. Но я, наверное, так делать не буду. Я, наверное, сейчас ее так вот руками поправлю где-нигде. Вот. Забортируй и буду качать. Так, золотик у нас снизу практически, значит, будем сейчас закидывать сначала вверх под крышки на диск. Вот,
Надо вторую монтировочку взять. У меня такая плохенькая, кончик обломался. Надо хоть обточить ее как-то, чтобы не повредить камеру. Блин. Да, кстати, где на прошлом видео птицы кричали, да, это журавли. Тут два журавля рядышком поселились, все время ходят, кричат. Вот. Я просто перед этим лебедей видел, поэтому и сказал, что лебеди. Оказалось, да, поселились тут рядышком два журавля. Опасный момент был. Рядом была камера. Опять много захватил. Вот и все. Помучились. И все у нас готово. Сейчас пойдем возьмем удлинитель, сюда притянем. Будем качать и захватим водички. Будем поливать по ободу, чтобы лучше защелкнулась подкрышка. Так что до следующего включения. Ну вот так мы качаем. Компрессор у меня взятый из холодильника старого. Замерял, дает до 6 атмосфер стабильно. Конечно, качает он медленно. Вот, но уверенно. Сейчас накачиваем. Проверяем. И заводим, прокатимся. Ну вот как-то так. Сделали мы уже колесо. Проехали. Оно полностью защелкнулось. Стала подкрышка на свое место. Вот. Трактор заводится отлично. Но мне кажется, у него раннее зажигание немножко. Ранний впрыск, так как говорится. Сделаем мы немножко попозже. Вот. Все хотят его за 1000 купить. За 1000 я его продавать не хочу. Потому что есть самопалы за 1000, а тут целый трактор за 1000 евро дешево. Вот. По мне, за 1000 пусть он лучше дома стоит. Я со временем подкоплю денег, куплю фронтальник на него, поставлю. И будем работать. Так что в хозяйстве техника всегда пригодится. Всегда на нее найдется, что на ней делать. Вот. Так что всем пока. Всем добра и счастья.